моя голова. Попытка не удалась. Эй, и где я сейчас? Неизвестно. Контейнер блокирует мои сенсоры. Подожди-ка. Видимо, они угнали грузовик и привезли в свое логово. Ладно, дамочка, придется прорываться отсюда. 3, 2, 1! Что это за место? Дамочка, где это я? Вы в самом надежном месте на восточном побережье, в департаменте по ликвидации разрушений. Нет, серьезно? Ворота, скорее всего, будут закрыты до утра. Просто класс. Эй, дамочка, вообще мне как-то не по себе называть тебя дамочкой. Надо бы дать тебе имя, скажем, Лис. Нет, 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 боже, это я не извращенец. Как тебе, Карен? Можете звать меня Карен. Эй, Карен, что еще может этот костюм? Что? Может, все-таки пройдем обучающий курс? Рикошетная паутина. Рикошетная. О, круто! Двойная паутина. Паутинная граната. Граната! Сказать, Лис, что я Человек-паук или нет? Кто такая Лис? Кто такая Лис? Она лучшая, она клевая, она просто девчонка из моей школы. И я... Да, я очень хочу сказать ей, но... Это немного странно. Привет, я Человек-паук. Что в этом странного? А вдруг она ждет кого-то вроде Тони Старка? Представь, как она расстроится, когда увидит меня. На ее месте я бы не расстроилась. Спасибо. Здорово, когда есть с кем поговорить. Эй, сколько мы здесь уже? 37 минут. Что? 37 минут? С ума сойти! Я больше не выдержу. Я должен выбраться отсюда. Здесь должно быть что-то полезное. Так, посмотрим. Нет. Прикольно. О, ух ты! Эй, светящаяся фигня. Это взрывоопасное ядро Читаури. Стой! То есть мы носили с собой бомбу? Чтобы стать взрывоопасным, оно должно быть облучено. Нужно предупредить Неда. Нет сигнала. Карен, ты должна помочь мне обойти этот замок. Ладно, Карен, уменьши напряжение и попробуй. Попытка не удалась. Ладно, нужно попробовать все комбинации. Нед, Питер, мы опоздаем. Пора ехать. Хорошо, сейчас. Запускаю попытку 247. Сработало!